Готовим сочные беляши. Смешиваем воду, дрожжи, сахар и часть муки. Даем постоять минут 20. Затем добавляем соль, масло, муку и замешиваем тесто. Убираем в теплое место подниматься. Делаем начинку. В фарш добавляем лук, соль, перец и перемешиваем. Также я добавила немного воды для сочности. Тесто дважды подошло. Делаем одинаковые шарики. Вытягиваем каждую заготовку руками, кладем в центр фарш и формируем наш беляш. Мне нравится полностью закрытый, но можно сделать традиционный с дырочкой. Обжариваем с двух сторон по минут 3-4. Выкладываем на бумажное полотенце и наслаждаемся вкуснейшими беляшами. Готовьте с любовью!